Всем здорово, народ, с вами Урбан Фламинго, он же Без Сахара, и мы продолжаем серию гайдов по игре Tower of Fantasy, а точнее по руинам, и сегодня у нас на счету B01. Руины B01, значит, погнали. Первая комната, ничего примечательного, 4 моба убиваете, проходите чуть дальше вперед к этой светящейся кнопке, нажимаете на нее, у вас закрываются ворота за спиной, открываются ворота к сундуку. Это первый изи чест. Первый чест у нас из 6, и он будет в легком моде. Самый первый. Дальше вы дергаете рычаг. У вас обратно закрывается дверь к полутанному сундуку. И открывается дверь обратно в комнату. Дальше пробегаем по крутящимся трубам. Перед поднятием наверх забегаете налево. Здесь убиваете мобов. Там 3 моба будет, по-моему. Забегаете налево, и это первый нормал сундук. Первый нормал сундук, который вы лутаете, и бежите дальше вот в эту комнату. Дальше, если вы играете на харде, вы уже увидели, вот я повернулся, да, перед кнопками поворачиваете налево, и это будет первый хард сундук. Один из хард сундуков, который находится вот здесь. Его тоже иногда не все находят, потому что, казалось бы, вроде такое простое место, но не все видят проход вон там. Они бегут сразу к кнопкам, вот к этим. Кстати, вот эта плита показывает синие кнопки для открытия вон той двери. Но мы ее сбросим сейчас. И нажмем, выстроим кнопки таким образом, чтобы открыть проход вот к этому сундуку. То есть у нас зигзагом синенький и левая дальняя... Левая дальняя одна включена, одиношенька. Вот это вот включаем. Все, у нас открывается проход к следующему сундуку. Сейчас у нас их 3. Вот этот сундук, это второй нормал сундук. Второй нормал сундук, который мы с вами собираем. По счету он у нас из 6 будет уже 4. На нормале это второй нормал сундук получается. Собрали. Бежим дальше. Сбрасываем и делаем опять так же, как показано на плато, чтобы открыть дверь, которая ведет к боссу. Так, дверь открыта, бежим в следующую комнату. В этой комнате будет один большой моб и 3 маленьких. И можете не торопиться, потому что вот здесь наверху сзади находится еще один сундук. Можете так же, как я, поставить трубу, можете на пол, по-моему, она тоже будет прекрасно работать. Если на пол ее поставите вверх, она вас поднимет. Это второй хард сундук, который здесь находится. Лутаем его и бежим в комнату с боссом. Как только вы убьете босса, справа от входа в его комнату лежит последний 6-й сундук. Это второй сундук на нормале. Это нормал сундук. Забираете его. Всего получается 6 штук. Я вас поздравляю, вы все собрали. Вы молодцы. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, делитесь этим видео по возможности. Вдруг кто-то, кому-то тяжело их собирать, кто-то не может что-то найти. В принципе, можете показать сами или дать видео. Они пройдут этот уровень и соберутся сутки по видео. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся, делимся видео, комментируем. А мы увидимся с вами в следующем видео по руинам B02.